Югорские хоккеисты одержали победу на турнире «Дети Азии». Воспитанники Югорского колледжа-интерната Олимпийского резерва играли в составе сборной Уральского федерального округа. В финале нашей дружине противостояла сборная Сибирского федерального округа. Матч завершился со счетом 4-2. В составе уральской дружины играли Федор Кожин, Михаил Хабаров, Егор Мурашов и Иван Сокольский. Кроме того, две медали завоевали лыжники. Никита Балабушка стал вторым на дистанции 10 километров свободным стилем, а Данил Повисьма выиграл золото в эстафете дружбы. В итоге команда Уральского федерального округа заняла третье место в общем зачете игр.